Дмитро Козирь, Чівас. По грі результат, як ти вважаєш? Ну, в принципі, так, да, чуть-чуть не дожали. Могли дожати, мені немножко фізики не вистачило. 33 градуси все-таки. Поэтому час в басейн поїде. Хлопці, можливо, виокремив із команди суперників, хто найбільше вам сьогодні клопоту завдав? Завдав клопоту? Ой, та не знаю, може, бежать парень. Як його зовут? Худін. Черниш, третій раз. Пасіки грати, відкриватися, в принципі. Ну, учитывая, что такая жара, там бегал, он пытался что-то сделать, какую-то игру. Поэтому его выняли с нашей игры. Ну, воротничек у нас неплохо, да. Потащил много моментов, это будет видно на видео, как бы, поэтому мы старались. Относительно. Подчеркну. Должен был выиграть. Дякую, хороший футбол. Спасибо.